10 часов утра 4 июля 2020 года, после очередной неудачной попытки уговорить владельцев автостоянки, на территории которой находится КМС, сотрудники ЗАО в окружении СМИ и жители совхоза самостоятельно прошли на охраняемую территорию и открыли канализационно-насосную станцию, обслуживающую поселок. Нет, они просто взяли и сломали все. Они просто незаконно проникли на территорию автостоянки. Сейчас того, что мы предлагали, давай еще оформим сервитут. Вон этого. Он не хочет оформлять сервитут. А понимаете, в чем проблема? На самом деле это рейдерский захват. Это рейдерский? Конечно. Да вот, что вы, читайте. Это его собственность, и он это... не может тебе прийти. Читайте письмо Павла Николаевича. Ну, да? Павел Николаевич написал, что он хочет выкупить наши земельные участки. Для того, чтобы выкупить их подождите, дешевле. А тут собственник написано Макаренков Дмитрий Владимирович. Владимирович, я читаю. А, ну это Павел Николаевич все время так пишет, но вот здесь он пишет Макаренков Дмитрий Владимирович. Да, я просто здесь читаю, ну, я поэтому слушайте, это нормальная понимаете. История с совхозом Еленина, он всегда ошибается в документах, периодически пишет не те номера. Это плохие юристы работают? Ну, я думаю, что это дешевые юристы работают, а не плохие. То есть, я поясняю, на данный момент времени техники совхоза имени Ленина после... Замыкание, которое мы сейчас видели, заявили, что ни один из дорог. Вот вам и авария, пожалуйста. Не работает. Вообще на самом деле. Какой кошмар. Все, замыкайте, две недели мы сюда не можем попасть. Боже. Ужас. Это как вы слушаете вас прямо? Замыкание произошло до этого. Сейчас пытались включить, и она отойдет. Сейчас она серьезно. Павел, какая обстановка здесь вообще на вас? Вы как сами видите, накаленная обстановка. Видите, мы начинаем заполняться. Может быть, к концу дня... Смотрите, где-то приемная камера КНС. Сюда приходят все стоки. Где стоят решетки, под ним пустота и емкость. Бетонная емкость. Вот, она набирается, там с той стороны у нас насосы откачивающие. Когда вот здесь пойдет набор, вы видите сами, что он уже пошел, набор сточных канализационных фекальных вод, то через верх у нас пойдет заполнение маш-зала, если хотите, пойдемте покажу. Когда двигателя утонут, то пойдет все тогда через верх. Здесь приготовлено. Уже да. Уже да. Тут на одни грабли не работают, вторые грабли, вы видели, от сырости вычка не работает, вспыхнула проводка. Называется маш-зал. Отсюда с приемной камеры насосы откачивают уже в направлении Москвы на очистные сооружения. Дело в том, что, как нам пояснили техники, эту станцию необходимо обслуживать каждый день, чтобы она не выходила из строя. Но на протяжении последних трех недель значит, обслуживающий персонал станции не пускают на территорию этой станции собственника автостоянки. Дело в том, что собственник автостоянки решает вопросы с другим хозяйствующим субъектом, с ЗАО «Совхоз имени Ленина», собственник которого как раз находится эта канализационная насосная станция. И вместо того, чтобы решать эти вопросы в цивилизованном порядке, либо путем переговоров, либо в суде, да, реализовывать свои права, вместо этого собственник стоянки предпочел, по сути, взять в заложники всех жителей поселка совхоза имени Ленина и создать угрозу экологической катастрофы. Вот. Поэтому мы здесь, как общественность, пришли не для того, чтобы вмешаться в спор двух хозяйствующих субъектов, да, пусть они это решают в установленном законом порядке, и мне, собственно, даже это не интересно. Вот. Мы пришли сюда для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Охрана не препятствовала сегодня? Ну, они вначале пытались нас не пускать, вот, но потом, значит, увидели то, что их снимают камеры много, и, значит, подошло много людей, потом, значит, все-таки пропустили, вот, так сказать, чтобы... Скажи, пожалуйста, а вот Артем Павлович объясняет, что он это сделал в ответ на отключение его объектов от электричества. Вот как ты это прокомментируешь? Ну, насколько я понимаю, его объекты были подключены к электросети, ну, не в соответствии с законом, да, то есть по какой-то временной схеме, да? Ну, как я понял, по крайней мере, да, из тех материалов, которые есть в открытом доступе. Вот. И я так понял, что его заблаговременно предупреждали о том, что нужно переподключиться в соответствии с законом. Вот. Он, соответственно, никак не отреагировал. Ну и, естественно, значит, ЗАО в какой-то момент отключило электроэнергию, поскольку это не... и предложило ему переподключиться в соответствии с законом Российской Федерации. Вот. И в любом случае, как бы там ни обстояли дела, есть право обратиться в суд. А он не пояснил, да, почему мы сейчас...
и в судебном порядке добиться, чтобы твой объект был снова подключен к электроэнергии. Да? То есть у каждого из нас есть такое право. Вот. И брать заложники жителей в любом случае это как бы неправильно. Это, по сути, можно квалифицировать как экологический терроризм, я считаю. Договор был заключен в соответствии с законом Российской Федерации? Я надеюсь, что да, потому что рыба была именно с вами. У вас есть подтвержденный договор, ваш экземпляр, подписанный двусторонний договор? Вы знаете, мы отдали эти договора в совхоз имени Ленина со своей стороны, потому что мы делали так каждый год. И мы искренне надеялись, что у нас никаких проблем не возникло. У вас плохие юристы тоже? Не, у нас нет юристов, это ИП. Значит, знаете, что такое ИП? Ну, ИП у Макаренко, насколько я понимаю, не только ИП. Так, там есть ООО. Если у вас нет юристов, значит, вы ООО, нет факта, которое детское кафе, ну, там больше по поварской теме вас проконсультирую. У вас есть технические условия, включение акта выполнения технических условий? Вы знаете, возможно, их нет, я сейчас не смогу вам точно ответить на этот вопрос, но еще раз говорю, на протяжении 5 лет все объекты были подключены, и мы прекрасно понимаем, что, возможно, Павел Николаевич прав в этой ситуации. Точно так же, как мы считаем, что правы мы. То есть, с точки зрения того, что сейчас то, что здесь происходит, имеется в виду, это самозахват. С точки зрения того, что здесь происходит, собственник объектов электросетевого хозяйства имеет право беспрепятственного доступа к любому объекту электросетевого хозяйства, к коммуникациям, в том числе и к насосной станции, которая сейчас находится в аварийной ситуации, и с тем, что не возводилось плановое обслуживание. Вас как зовут? Сергей. Сергей. Значит, рассказываю. На самом деле, я понял. Я долго не понимал, зачем Павел Николаевич раскрыл эту всю историю. А на самом деле, когда Павел Николаевич меня почему-то вчера решил обвинить в рейдерстве, а я... Но никакого отношения никогда в этом не принимал. И перестал принимать участие ровно в тот момент, когда Павел Николаевич выключил нам последние коммуникации. Это была вода, свет и свет на офисном здании, где сидят люди. Вы считаете, что это было сделано? Я не считаю, я еще пока не закончил. Я сейчас закончу, если можно, сразу после этого. Так вот, получилось следующее. Когда Павел Николаевич стал обрубать нас от коммуникации, от всего, Павел Николаевич нам прислал письмо, что мы не можем правильно использовать этот земельный участок, и написано, что здесь большое количество сетей, и он хочет его выкупить. Так вот, как меня учил Павел Николаевич, сам лично, вот так вот действуют именно рейдеры. Сначала обесточат, обескровят, потом напишут бумагу о том, что перекопают, потому что там везде их земля, а после этого, извините меня, задешево попробуют выкупить. Поэтому я вам честно скажу, когда Павел Николаевич меня сравнивает с рейдером без фактов, или хотя бы пусть один факт он предоставит того, что это было, или какие-то там вот, ну что-нибудь, то я вам могу сказать, вот у меня есть письмо, в котором написано, что... То есть охранный... То есть, да, мы... Когда вот мы открываем, все работает там, внутри. Вот и запах будет, видите, мы вычищаем все. Он всегда будет. Там, да. И даже когда все отремонтируем... Но мы закрываем же, как только вычищаем, мы ставим сюда контейнеры, вовнутрь все двери, все закрываем плотненько. После себя всегда все моем, все убираем, всегда все чисто. Что творится за это? Да. Это то, что мы сейчас вычищаем. Даже не за то, что навстречу. Это шантаж. Были готовы. Артем Павлович, 1000 извинений. Ради бога, извините. А можно мы Я уже стою, я просто вам хочу задать вопрос. Вы вообще понимаете, что это, то, что сейчас происходит, это катастрофа? Вы сын своего отца, вы должны защищать его. Вы должны быть все, я не знаю, вы как можете против отца идти? Вы понимаете, что я вас сейчас спрашиваю? Найдите общий язык с отцом и прекратите это все. Это что такое? Фамилию поменяйте. В общем, почему мы 3 недели не можем сюда зайти из-за одного маленького дверного частного кафе, где Дмитрий Юрьевич Макаренко является кафе директором. Кафе же никак не связано с КНС. Он там, понимаете, он там является что? Директором. Оно не связано с КНС, с жителями. Самое главное, оно с жителями не связано. Будете сейчас вопросы. Пускать работников на обслуживание? Мы, давайте так, если мы получим наши коммуникации, давайте так, мы сейчас на данный момент не можем гарантировать... Да. Я опять с вами пока не разговаривал, спасибо большое, мы после все обсудим. Я пока нет. Мы хотели сегодня пойти навстречу Павлу Николаевичу, хотели всех пропустить без силового захвата. Мы просто хотели объяснить, что в присутствии сотрудников полиции, в присутствии депутатов, сотрудники, которые выступали от Павла Николаевича всегда, то есть у нас было 7 встреч, они не были компетентны, они не могли принимать решения. Сколько у вас акций? Со своей, наверное, с чьей он может быть стороны? Я думаю, что Павел Николаевич с удовольствием об этом, я просто не знаю, можно мне об этом говорить. А почему нет? Кто вам может запретить? Я, к сожалению, не знаю, поэтому боюсь нарушить какой-то... Подождите, кто вам может запретить? Вы же вроде взрослый человек. Я никогда в жизни не ходил на собрание.
акционеров, поэтому я до конца не в курсе. Законов не знает, на собрание не ходил. Комментировать, да, что в соответствии со сводом законов Российской Федерации, там, относящихся к деятельности сетевых организаций, сетевая организация имеет право беспрепятственного доступа на любой объект, на котором находится объект этого сетевого хозяйства в случае аварийной ситуации, без согласований, даже с нарушением наружного ограждения, да, с последующей компенсацией. Соответственно, должно быть только оформлено факт наличия аварийной ситуации, там, по косвенным признакам, да, по каким-то, должен быть наряд на бригаду оформлено, поручение там, устранения этой, и акт осмотра и устранения этой аварии должен быть. Потому что как бы, это вопрос безопасности, да, и экологической, и безопасности населения. Вот, естественно, что в случае срочных каких-то ситуаций там, да, нужно в первую очередь устранить аварию. Вот, поэтому такие нормы предусмотрены. Это спор двух хозяйствующих субъектов, да, которые должны решаться в правовом поле, а не шантажом, в том числе жителей, да, поселка. Кроме того, у них нет заключенного договора электроснабжения. Как мы выяснили, да. Да, потому что у них договор подписан на стороннем порядке, ЗАО «Совхоз» его не подписала, потому что оно имеет право. Договора заключались на 11 месяцев и пролонгировались ежегодно. В этом году ЗАО «Совхоз» имени Ленина там, не посчитала целесообразным, допустим, продлевать этот договор. Там, ну, допустим, да. У них это есть такое право. Вот. Соответственно, договор не заключен, оснований для электроснабжения отсутствуют, акты техприсоединения отсутствуют, отсутствуют технические условия. Да? Более того, сетевая организация сейчас это вообще Эрсети. Да? Вот. Здесь как бы, существует вопрос, а каким образом вообще совхоз имени Ленина имеет отношение ко всем вот этим вот ситуациям. Ну вот, товарищи, в конце концов, эпопея, связанная, грубо говоря, с говном, говоря по-нашему, да, подходит к концу. Было принято решение, ЗАО «Совхоз» имени Ленина вокруг стоянки разобрало свой собственный забор для того, чтобы пройти и нормально обслужить канализационную станцию. Вы сами видите, что с 16 числа происходил бардак, сейчас происходит работа по чистке, и сейчас, соответственно, весь мусор будет вывезен. Сама канализационная насосная станция будет приведена в порядок и будет продолжать Почему работать. Скапливается по разным причинам. Депутат от «Единой России», вот как ваше, на ваше точки зрения? Простите, вас кто снабдил методичкой? Методичкой меня снабдил интернет. Я посмотрел, вы депутат от «Единой России» Баюкин, правильно? Я не знаю, где вы это нашли. Я не состою ни в каких партиях на сегодняшний день вообще, никогда не состоял. Ну, отлично. Значит, вы как независимый. Значит, это клевета. Начнем с этого. Клевета – это скорее мнение мое, которое не соответствует действительности. Хорошо, давайте так, на этом остановимся. Не вы показывали удостоверение, что вы депутат, правильно? Это достоверная информация? Я могу еще раз показать. Нет, я видел. Хотите. Вы там показывали сотрудника ЗАО, я видел. Да. Я спрашивал сейчас товарищей, которые там работают, говорю, а почему вы лопатами это все разгребаете? Там вот два канала, два стока, по которым уходят фекалии. Почему вы это делаете? Почему нельзя поставить какую-то автоматическую фигню? Вот на дачах у многих стоят, ну, я не знаю, как правильно называется, штука, которая дробит фекалии. Почему нельзя поставить сюда? Они говорят, а это дорого. 2 миллиона мы не можем себе позволить. То есть, если поставить такую штуковину, вопрос будет закрыт. Все. А вы посодействуете, чтобы из бюджета были выделены средства? Это я посодействую. Просто с огромным удовольствием. Да? Только это бюджет совхоза, потому что это принадлежит ЗАО. Ну, пользуются жители, ваши избиратели в том числе. Всем это. Хорошо. Я посодействую тому, чтобы бюджет включился в это. У нас есть, как это называется, софинансирование инициативное. Пожалуйста. Частично, да? Частично, да. Там жители могут или ЗАО может внести рубль, остальное внесет администрация. Ну, не рубль, а 5% от стоимости проекта. Там я утрирую. Хорошо, 5%. Ну, вот. В целом, вы удовлетворены, что ситуация как-то разрешилась мирно? Ну, мы к этому шли, старались. Я еще позавчера обе стороны уговаривал мирно решить ситуацию, значит, устранить угрозу, если она существует. Ее не существует, оказывается. Ну, там скопилось, да, но угрозы затопления не было. Ну а дальше, я надеюсь, обе стороны пойдут, как любит Владимир Евгеньевич выражаться, в правовое поле и будут решать в судах или где-то еще. Спасибо. Скажем так, от спора двух хозяйственных субъектов жители не должны страдать. Вот и все. К счастью, жители и не пострадали из-за спора хозяйствующих субъектов. Но пострадал один рабочий, ЗАО, которому один из нанятых ИП Макаренковым охранника плоскогубцами нанес физические повреждения. В
то время, когда тот демонтировал секцию забора, принадлежащую ЗАО. Это наш забор личный, мы не просили о реставрации никакой. Покажите документы. Нам руководство сказало, забор принадлежит ЗАО совхоз. Прокуратуре мы покажем все документы, не переживайте. Тут нормально, задача. Но и тем не менее, выяснится, что эти конструкции действительно принадлежат закрытому акционерному обществу. Препятствовать монтажу или демонтажу данной конструкции они, к счастью, не могут. Поясню, почему к счастью, потому что, действительно, может статься так, что мы опять останемся без обслуживания КНС на долгое время. До следующего сбора собственников, активистов и депутатов, скажем так. Прессы. Прессы в том числе, это немаловажно, потому что... А какого вы это? Ты имеешь право? А какого хера вы имеете? Не надо трогать, блин. Резать забор. Давай, давай. Давай. Я там перещелкну. Подожди. Перещелкните, давайте. Вы доходите, настаиваете или перестаете? Я уже настаиваю. Мы вас не трогаем. Вы настаиваете забор. Да, давай. Ребята, я работник колхоза. Ну давай мне руку отрежь, блядь. Я... Я не могу. Наши работники совхоза, это Сергей Обухов, Кучеватов Коля, они вот и перевозили сюда секции, устанавливали, а эти утверждают, что это их. Чьи в действительности это забор, разберутся правоохранительные органы, которые вызвал И.П. Макаренко. Однако странным нам показалось то обстоятельство, что заявление И.П. Макаренко писал практически под диктовку одного из сотрудников полиции. Точное время, если вам не известно, то в период времени. Не забывайте нас поддерживать, оставляйте комментарии, делайте репосты и ставьте лайки. До новых встреч!